Добрый день! Сегодня мы с вами сделаем небольшой самомассаж. Будем работать над мышцами поясничного отдела, поработаем вокруг тазобедренного сустава и поработаем над ягодичной и грушевидной мышцей. Это видео будет полезно для тех, у кого есть грыжи, протрузии, остеохондроз, боли в спине хронические, защемление седалищного нерва и начальные стадии коксартроза, то есть артроза тазобедренного сустава. Для занятия нам понадобится инструмент, которым мы будем глубоко проникать к мышцам. Для этого нам понадобится палочка, или можно использовать, допустим, скалку, ну или в крайнем случае можно даже использовать простую ручку. Главное, хорошенько закройте ее колпачком. Поехали! И перед тем, как начать, напоминаю, что все массажные приемы, которые мы будем делать, делаются до дискомфорта, не через боль, в той амплитуде, которая у вас получается. Взяли мы с вами палочку, наш с вами инструмент, подошли к стенке, один конец палки прижали к стене на уровне живота, второй конец прижали к пояснице и отступили от центра, от позвоночника, примерно на 1 сантиметр. Попробуем с вами сразу руки приподнять, насколько высоко у нас получается, чтобы как можно выше сначала поработать со спиной. И работаем. Вверх-вниз двигаем палочку, вверх-вниз, стараемся найти напряженные эти мышцы, они как колбаса такие, и прям в них вбуриваемся. Если у вас ничего не чувствуется, хотите посильнее, сделайте полшага вперед и как бы ложитесь на палку. Если нормально, вернитесь назад. Поработаем вверх-вниз 10 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вправо-влево немножко, вправо-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если вы чувствуете, что вы нашли точку напряжения, где вам больно, можете сделать даже круговые движения в этом месте, в одну, в другую сторону, и поделать побольше, чем 10 раз. Давайте продолжать. С другой стороны немножко сдвинули палочку или отшагнули в сторону. И также вверх-вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вправо-влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пониже сделали палку. С одной стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вправо-влево. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С другой стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вправо-влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко передохнули руки. Помните, еще раз повторюсь, что можно делать подольше, хорошенько, но не дольше 5 минут на одной точке, много тоже плохо. Теперь мы опустились почти в самый низ, между тазом и между позвоночником, как уголок, нашли это место. И помассировали в этой точке прям хорошенько, прям по 10 раз давайте так же сделаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сделаем еще разочек медленно. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вправо, влево. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С другой стороны. Вверх-вниз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И медленно, глубоко стараемся найти точку напряжения. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вправо-влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше мы будем работать вдоль гребней. Вот так вот. Поработаем с одной стороны и поработаем с другой. Косточку у себя нащупайте, постарайтесь. И работаем от этой ямки в сторону.
Поставили палочку, удобно для себя, поймали точку и хорошенько работаем. Хорошенько, хорошенько можете проминать. Туда-обратно, туда-обратно. Если вам удобно, делайте медленно, тщательно всю плоскость, которая у вас есть с одной стороны и с другой стороны. Можете поделать на время, можете по 10 секунд каждое движение делать, а можете хорошенько, пока не проработаете полностью, не промнете все эти места. Но мы с вами делаем вместе, поделайте, мы подождем, чтобы вы тоже все успели. Все с одной и с другой стороны поработали. Хорошо, если вы еще хотите, поставьте на паузу и поработайте подольше. А мы продолжаем работать боком. Поставили на уровне примерно тазобедренного сустава палочку. И дальше будем работать ягодичной мышцей. Прижались тем местом, куда ставят укол. И хорошенько, глубоко постарались найти. Вот прям жесткое место. И хорошенько массируем палкой там. Нога может даже неметь, но там как раз зажимает седалищный нерв, грушевидная мышца. Если вам удобнее, пожалуйста, вы можете делать это мячиком. Но если мячика нету или вам удобнее так, работайте палочкой. Хорошенько. Нашли эту точку. Прям, можно сказать, сели на эту палку. И работаем вверх-вниз. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поворачиваемся дальше. Попробуем поработать вокруг тазобедренного сустава. Сначала повыше сустава, между косточкой гребнем и самим суставом. Палочку прижали и поработали. Нашли прям вот так. Вот. Не обязательно будет больно, но помассировали, сделали вокруг сустава массаж. Ближе к паху. Нашли у себя вот здесь подвздошно-поясничная мышца. Так сказать, между ногой и телом. Хорошенько, больно будет, но немножко помассируйте. Желательно сделать еще и растяжку для подвздошно-поясничной мышцы. Это вот здесь я оставлю ссылочку вот здесь. Одно упражнение всего, но очень полезное. Хорошо, пониже поехали по ноге, вокруг тазобедренного сустава, все проминаем, прожимаем. Можете, еще раз напоминаю, сделать мячиком, если вам удобней. Но палочка, она пожестче, чем мяч. Поострее даже, я бы сказал. Хорошенько поработайте вокруг сустава, поделайте подольше. С одной стороны. И мы также сделаем с другой стороны. Ягодичную сначала мышцу найдем. Прижались прям посильнее. И работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Можете покрутить. Можете менять положение палки. Но хорошенько, хорошенько разминайте. Хорошенько. Потом еще немножко повернулись вокруг сустава. Между бедренной костью и тазом. Все, прям делаем. Проминаем, проминаем. Делаем самомассаж. Можете прям найти точку болевую и держать в этом месте, пока не отпустит боль. Что в пояснице, что здесь. Нашли точку, нажали и держим, 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 пока боль не отпустит. И плавно, плавно расслабляемся, отпускаем. Потом поворачиваемся снова опять лицом. Находим между пахом, так сказать, в паху, между ногой и телом. Мышца подвздошно-поясничная. Очень болюче будет, но немножечко хотя бы до дискомфорта. Поделаем, поделаем. Вокруг сустава. Вниз. Снизу сделаем. Снизу. Удобненько нашли место. И все, проминаем, проминаем. Хорошо.
Отлично, мы справились. Самый лучший эффект у этого комплекса будет после гимнастических упражнений. Допустим, если у вас остеохондроз, грыжа или протрузия, или проблемы с поясничным отделом позвоночника, сделайте комплекс упражнений и потом самомассаж, полежите, отдохните, будет отличный результат. Также, если у вас, допустим, коксартроз, если мы сделаем с вами гимнастические упражнения, то есть комплекс упражнений для тазобедренного сустава, и потом сделаем самомассаж, эффект тоже будет замечательный. Я очень надеюсь, что это видео будет полезно тем, особенно мужчинам, у которых спина совсем не проходит, у которых грыжа, протрузия, они уже не знают, что делать, эти хронические тянущие боли в спине не проходят, ни массаж не помогает, ни гимнастика, ни другие какие-то физиолечения, глубоко ничего так не проникает, как мы сегодня попробовали с вами проникнуть палочкой. Делайте, будьте здоровы. Пока-пока.